Дорогие друзья, в этот солнечный день пришел на это озеро, чтобы позаниматься тут спортом, и увидел сосну такую красивую. И решил вам показать, как выглядит живица, которую вы можете купить у нас на сайте Фитодар. Вот так вот выглядит сосновая живица на сосне из Карелии. Вот она течет. Еще часто спрашивают, чем отличается очищенная живица от неочищенной. Вот видим, что в живице прям присутствуют такие небольшие следы коры, может быть, сосновой пыльцы. Поскольку дует ветер, попадают там, скажем, следы именно лесного мусора, чистого, с какой-то природы, но все равно она имеет несколько такой вот нечистую структуру. То есть вы можете купить нас на сайте как чистую живицу, так и в изначальном виде, как она растет, вот, вернее, вытекает из коры сосны. Живица обладает мощнейшими противовоспалительными свойствами, это подтверждает многие. Я на своем опыте проверил, у меня кровоточили десна по утрам, и вот как начал жевать живицу, проблема стала проходить. Лучше любой жвачки, и освежает дыхание, и убивает все патогенные бактерии. Во-вторых, помогает при гастритах, при язвах, повышает иммунитет за счет фитонцидов, содержащихся в живице. А фитонцид – такие летучие вещества, которые были обнаружены учеными в лесу, выделяемые деревьями, обладающие противовирусными и противомикробными свойствами одновременно. Так что рекомендую, жуйте живицу и будьте здоровы. Всего вам доброго. Чаще купайтесь, чаще загорайте. До свидания.